Душа человеческая заболевает сейчас. Ведь страсти, ведь слово «страсть» – это страдание. Когда страсти пропагандируются, культивируются, превозносятся. Так? Когда люди заражаются этими страстями, как вирусами различными, так? Что же еще ожидать от души? Как же она может не страдать? Как же не впадать в уныние? Это просто невероятно было бы. Это мы и видим. Это самый яркий показатель того, когда мы видим уныние вот у людей. Я бы сказал, самый яркий показатель, что мы расстраиваем самую суть своего человеческого существа. С христианской точки зрения совершенно очевидно. Душа буквально убивается вот всеми теми вот явлениями, которые сейчас являются уже главенствующими в современной жизни. Я говорю о морализм, материализм, вот, атеизм и более того, даже хуже. Это еще все доходит до нуля, но уже перешли за нуль. Мистицизм, бесовский мистицизм, дьявольщина, буквально пропаганда дьявола и буквальное развитие сатанизма. Это очень важный момент, потому что ничем другим невозможно объяснить пропаганду вот такой разнузданности и моральной, и идейной, если хотите, и культурной. Ничем невозможно объяснить, как только тем, что уже сатанизм приобрел огромную силу сейчас в нашем, по крайней мере, цивилизованном мире. Обладает огромными возможностями и идет непрерывное нагнетание и пропаганда чего? Вот этого всего, я бы сказал одним словом, безобразия, то есть дьявольщины. Потому что другие ничем вы не объясните. Почему не показывать ангелов, героев, например, великодушие, показать и настоящую любовь и так далее? Почему бы? Нет. Только насилие, жестокость, кровь, убийство, разврат и так далее. Видите, это и есть то, что определяет и говорит о сатанизме. Так что мы сейчас находимся перед лицом прям уже явного его действия, совершенно очевидного. Вот неужели душа не будет унывать? Неужели душа не будет страдать от этого? Это живое существо, это наша душа. И вдруг его все кипятком обливают –